Ну, стоит отметить то, что сегодня была очень важная игра. После домашней победы мы думали, ожидали то, что будет очень сложный выезд сюда, в Караганду. Команда настраивалась на нас. Ну, мы тщательно все разбирали. Самое главное единоборство сегодня было выиграть. Мячи подбирать, в принципе, с чем мы справились. По ходу сезона уже лучше в этом компоненте прибавили. Становимся все сильнее и сильнее. Проходных матчей в этой лиге уже нету. Уже теряли очки не раз, упускали и лидерство. И нам сейчас очень важно догонять команды, которые идут впереди, и также смотреть назад, не терять свои очки.